вы смеетесь? Какого хрена? Что это за место? Вот и нам интересно. Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Hellplay. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное округлое настроение, потому что мы с вами сегодня, дорогие дамы и мужчины, продолжаем играть в великолепную игру под названием Blue Estate, сделанную по одноименному графическому роману. Продолжаем убивать плохих парней, наказывать всех в округе и спасать всех, кого встретим. В данном случае мы с вами спасали прекрасную даму, лошадь, деньги. Да, там еще что-то мы делали в игре. Да, зачем я зашел сюда? Как бы там ни было, ребята, мы с вами продолжаем. Вот, а перед тем, как продолжим, поднимем бокалы и выпьем. За... Выпьем, знаете, за что? За то, чтобы наши шкуры были целее. Бручай. Ну, ой, в смысле... Не в смысле наши шкуры, как бы наши шкуры, а в смысле мы целее. Не наши шкуры, мы... О, господи, ладно. За вас. Продолжаем, ребята, поехали. У нас с вами следующий уровень, Тоннели Смерти называется. Не менее мрачно, чем Воскрешая Мертвецов. Что ж, вперед! Там еще какой-то негр изображен. Но Тони удалось выкрутиться, голубая кровь пропала, гнев Дона нужно было измерить по шкале Рихтера. Тони свалил на Ямайку, чтобы держаться подальше от ЛА. В то время как брат-близнец Кимр Джин Сик отправился их людей на войну с итальянцами. У Дона больше не было прав на ошибку, он позвал бывшего морпеха по имени Кларксон, чтобы он разобрался в бардаке, который устроил Тони Кларенсу. Эта работа не понравилась, но мать его задолжала в банку. Он ей дал 12 дней, чтобы заплатить 75 штук. Кларенс был умелым солдатом, поэтому и взялся за эту работу в ЛА. Еле успел прочитать. Кларенс был гениальным тактиком, он продумал бесподобный план, чтобы заманить всех в канализацию под Элей. Это совершенно не соответствует нашим записям, перемотайте вперед. У Дона был эксперт от взрывчатки Массимо, он заложил снаряды по всей системе канализации, Кларенсу нужно было лишь назвать координаты, когда предложение Массимо отправит плохих парней в ад. Короче, они умрут. Ясно. Со своего планшета Массимо мог управлять не только взрывчаткой, но и всей электросистемой, тоннелей, даже Wi-Fi. Кларенс все продумал, почти. О боже, теперь мы за нигера отстреливаем китайос, но это хотя бы более реалистично. Ладно, Массимо, пианино у тебя, сыграй мне. Да, алло, алло. Взрывай 5B, все на места, включая босса. Все. Понял, цель ясна, включай 5B у точки эвакуации, задача выполняется. Что? 5B, подожди. Маура, ты видишь здесь 5B? Нужно сейчас взрывать, иначе мы их упустим. Господи, Лина. Кто это, Массимо? О, привет, приятель! Массимо тоже передавал привет, я Лина. Знакомьтесь, Лина, бандит из семьи Лючана, большой фанат Хофа. Ага, принял, подрыв 5B, через 3, 2... Не-не-не-не-не, это SB, SB! Знакомьтесь, Маура, лучший друг Лины и главарец Дона, слегка укуренный. Где Массимо? Стреляйте в него, что ты сделал? Ого, у них... Так, а это... Есть! Все, я понял. Офигеть, вы видели, их башка не пробивалась? Они сдохли! Вы закрываете шлюз, идиоты! Дайте трубку Массимо! Я разберусь! Вот так, 5B! У нас получилось! Сдохните, сукины дети! Позовите Массимо, вы никого не убили! Теперь я здесь эксперт с целой армией Сика. Массимо угодил в больничку, здоровяк, скорая была, все дела. В больнице? Что случилось? Док сказал, аллергия. На что? Честно сказать, это какой-то бред. Док сказал, на собак. Но никаких собак же нет канализации. Что они несут? Идиоты! Можешь указать расположение остальных взрывчаток? Да, большое количество позади тебя очень близко. Позади меня тупик, ты уверен, что знаешь, как работает эта штука? Конечно уверен, это тебе не в ракете ковыряться, вот. Не-не-не-не, Лина, это кнопка, чтобы запостить на Facebook. Господи, есть три заряда за дверью, что рядом с тобой? Понял, дверь закрыта, подожди. Американская марионетка, твои дни сочтены! О, фуфельное оружие, и дайте еще ракету! Что? Боже мой, что творится здесь?
Не пытайся активировать бомбы, ты меня подорвешь. Просто укажи дорогу, и я все сделаю сам. Массимо выбрал эту секцию тоннелей, потому что она должна была быть заброшена. Но похоже, что не только ему в голову пришла такая идея. И другим парням пришла. Культу. Да, думаю, что спалились, Кларенс. Позади тебя полно каких-то мерцающих точек. Это банда Сикенштейн. Массимо подрубил датчики тепла, чтобы отслеживать все передвижения. Так ты меня и видишь. Они отправились в другой тоннель, но три точки идут тебе. Если начнешь стрелять, то все будет норм. О, замечательно. Ох ты, нормас. Так, я же должен подрывать эти штуки, да? Или нет? О, смотрите. Их точки больше не двигаются, странно. Должно быть туннель побольше. Сможешь меня туда привести? Так точно, приятель, подожди. Продолжайте вперед. Если меня укусит крыса, пеняй на себя. Да ладно, в этой канализации нет крыс, Кларенс. Это же не Нью-Йорк. Эти тоннели не всегда были заброшены. Церковь Хуа была основана мошенником, который придумал наживаться на страхах верующих. Они полагали, что конец света наступит 21-12-12. Чего? Какого черта? Феромонов Чихуахуа не существует. Они воздвигли свой алтарь в отдаленной секции туннелей под Элой. Как в Матрице. Что дальше? Ладно, иди на 9 часов. Мир был обречен, но мошенник обещал своему культу, что Бог лично перенесет их всех в лучшее место. Какие дебилы, а? Не прокатит, на 9 часов одни проблемы. Хорошо, а что на 9.15? От тебя вообще будет польза? Эй, у меня есть чувства. О боже. Так. Да. Боже мой. Я не был готов к подобной вокруге. Мне нужно оружие получше. О, да-да-да-да, вспомнил. Массимо сказал, что оставил тебе подарок. Настоящая штука. Должен быть какой-то лаз по левую сторону. Так. О, это же... Боже, это ружье. Так. Это шутка, у нас опять гражданская война? Да ладно тебе, Кларенс, изобрази ковбоя. Ура! Боже, какой бред, кто так ведет дела, господи. Кто так ведет дела? Так, помогайте мне пистолет. А, нет. Так. Там просто... Тут не самое прекрасное место. Ого! Так. Ого, два удара надо сделать. Вот это интересно. На. Я думал, я взорву его. Ого, командос, а? В говне-то сидеть. Все, все закрыто. О, смотри, кого я нашел. О, ребята, спокойно, вы не на что... Ух ты, какой толстый. Так, замечательно. Ты толстый так близко, когда прямо не могу, как-то не по себе. Последние обитатели церкви Хуа полагали, что бог Чихуахуа появится, и где будет больше всего этих собак. Они защитились до Чихуахуа со всего Лос-Анджелеса. Они распространяли феромоны по всей канализации, чтобы завлечь еще больше. Кларенс вляпился в эти феромоны, теперь он навсегда останется в сердцах Чихуахуа. Это оскорбительно для людей, собак. Что? Ну уже, собака. О боже, бедная собачка. Да иди ты нахер. О боже. Кипарик еще одел. Надел. Красавчик прям. Не-не-не. О, боже. Так, дайте мне слоумо активировать. Он наверняка понадобится. Есть. Нет. Никакой гранаты. Он, по-моему, своего взорвал. Дебил.
За этой дверью впереди есть еще заряды, в смысле... Если ты не слишком занят там со своими друзьями. Интересно послушать, как ты общаешься... Не знаю почему, по телефону или... На... О, вон еще. О, тут взрывчатки, кстати говоря, везде вообще. Так, патроны, здорово. Надо открыть. Поехали. Все? На, отлично. Пойдем на выход. Ну в жопу это говно в прямом смысле этого слова. Здесь реально говно. Кругом. Это же канализация. Внимание, завали выскочку. О господи. В зеленом костюмчике, такой модный. Не жалко ему вещи-то? Я бы сюда даже сапоги бы побоялся одевать. А то еще, не знаю, растают в этой жиже. Культ Чихуахуа. Вы только подумайте. Живописи на стенах занимались художники из Солвей. Ему заплатили за работу хорошим чем-то марихуаной или что-то такое. Ну же, Джим, где ты? Бабах. Достой дания. О, это просто моча была. А я думал, это граната. Так, кто-нибудь еще, ребят? Давайте, я жду вас. Ого, что за... Найди новую... О, господи! Боже мой, ссаная собака! Я почти сдох, кстати говоря. Вот так вот. Так, спрячемся. Ого! О, боже мой! Как это потненько! Ну все. Так, сложноватый уровень. Хорошо, что подрегенился. Дай чихуахуа-то убить. Хедшот, бич. Внимание, разборка. Так, вот здесь. Черт. Вот здесь. Да. И вот здесь. Нет, блин. А, вот здесь. Да. Не везет мне в казино. Во. О, супер! Мой сегодня день! Надо было зайти, поиграть в однорукого бандита. Ладно, скажи что-нибудь хорошее. Приложение обновляется. Вы профессионалы, Кларенс, понятно? Надо просто обновляться. Или что такое? Что ты несешь, дебил, блядь? О, господи. Сколько можно? Еще, ребята, давайте быстрее. И где здесь выход, блин? Надписи страшные про чихуахуа и смерть. Так, вот, да. Так, вроде больше очков. А, не успел. Он сумасшедший какой-то. Почему они орут, когда бегут? Они же предупреждают меня в приближении. Это тупые, бля. Ладно, есть два пути, ясно? Тебе определенно идти в левый проход. Прием. Только не веди меня снова в воду. У нас возникла проблема. Поверь, это путь ведет наружу. Так, вот так. Все. А, еще один. Я бы думал, это мешок с трупом. Да, о, неудобно как. Вот так вот, да. Отлично. Тупик. Что? Тупик! Это не слева, Лина! У меня слева! Боже мой, блядь, какие идиоты! Я же сдохну здесь! Я же сдохну! Тут, блядь, они не знают, где лево, где право! Боже мой! У меня огневая, огромная огневая мощь и чинимбонинг! Что за... По-моему, не сработало. Что ты меня поселишь? Пушка, огонь, убить его! Что за бред? Ребята, какие вы все тут... Как они могли держать город в страхе, если они такие тупые?
Боже мой. Насколько что тупые менты, если они не смогли с ними справиться? Куда мне туда лестница? Там тоже тупик, похоже, тебе нужно пройти через очень какую-то узкую хрень. Видишь ее? Я вижу замок. Да ладно! Вижу, впереди есть цели. Вокруг тебя мерцают красные точки, берегись, приятель. Хорошо. Кларенс приближался к главному алтарю церкви Хуа. Этот туннель делал к огромной золотой скульптуре величественного бога Чуа Хуа. Вы смеетесь? Какого хрена? Что это за место? Вот и нам интересно. И не говорите! Лина? Алло? Проклятие. Боже, они были... Мать твою. Вы серьезно? Вы, блядь, серьезно? Какие же люди конченые? Надо взорвать здесь все к чертовой матери! Да, господи, что такое? Сегодня не водится мышка у меня. Да, пошел нахер. Все, теперь водится. Куда лезешь, дебил? Мексиканец еще здесь. О, бог ты мой. Надеюсь, здесь нет ничего опасного. Например, дерьма чихуахуа. Или еще что-нибудь такое. О, боже. Е? Да там стопудово кто-то тоже есть. А, о, аптечка. Хотя она мне вроде как не нужна. Все. А, не. Сейчас, ёпта, все. Внимание, стрельба в голову по мишеням. Все, замечательно. Профессиональное прицеливание, а то. Столько стрелять по дебилам. И аутист научится. Да мог ты мой, найди резиновую удочку. Пошла вон отсюда. Как она меня затрахала. Ссаная собака. В день страшного суда лидер культа отправился в свой новый мир. В Мексику. И он прихватил с собой все. Что за этой дверью? Множество точек. Здорово. В Мексику. Карл, в Мексику! Серьезно? Господи. Вот так вот действуют все мошенники санных культов. Я серьезно, не ведитесь на это говно. Позже его поймала парочка копов. И, в общем, задержали его, чтобы он не уехал к кому-то там ишаке. Я не смог прочитать, потому что я был занят стрельбой. О, пошел нахер. Нет, вот. О, давай, я с тобой так разберусь. На. Куда теперь? Просто иди вперед. Я ему не верю. О, давай, надо добить ее. О, он сам сдох. Вот эту надо штуку. Боже мой, даже морпех не может справиться со всем этим говном. Ты меня почти угробил. Кого угробил? Еще бы шаг, и я сдох. В смысле сдох? Лучше надейся, что я не выберусь отсюда, Лина. Лучше сиди там и молись. Вон чухуахуа наверху. Место верное, просто я на два этажа ниже. Чертов чухуахуа не смог убить. Вернее, разбить. А может быть, сейчас тут смогу. Да опять собака, да... Год! Что мне нужно сделать? Иди отсюда! Боже, куда теперь? Там сток. Так. Это лифт или что? Сколько платит этим парням? Где ваш босс?
О, боже мой. Игра становится сложнее с каждым уровнем. О, осторожнее, мог бы меня убить. Так, замечательно. А вон чихуахуахуа! Чихуахуахуахуа! Нужно ее уничтожить! Вон еще одна! А, она, это осколки? Головка сыра, сам ты головка сыра! Чихуахуахуа, блин! Мне не дает туда пострелять! О, ура! Сейчас стопудово ее убью! Есть, все, я спокоен. Все, 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 можно уходить, миссия выполнена. А, пошел в жопу отсюда. О, боже мой, они даже попали в меня разок. А, я захилился, прекрасно. Внимание, завали выскочку. Да, ух ты, бля. Я даже дрободан не использую. Здесь без дрободана все прекрасно. О! Ха-ха-ха-ха. По кругу пустили. Еще выше. Все? О, боже мой. Надо было чуть попозже стрелять, убил бы двоих. Ну и? Я не должен вести эту войну один. Ну вообще-то да, я с тобой согласен. По крайней мере 75 штук это мало. Жирный такой спрятался такой маленькой штучкой вот за этой, жирный вот за этой. Карл! Что, блин, происходит? Какие они тупые! Давай, все, идем вперед! Выходим отсюда! Сейчас какой-нибудь босс будет дебильный, 100%. Значит, не зря я берег дрободан. Ты убил моего брятя! О, нет! Нет, бедные ракеты, твой долг служить мне! Это наш момент! Ни одна собака не пострадала при создании этого идиотизма. Надменные ракеты! Хорошая собачка. Малобюджетная отсылка к Майклу Бэю. Вау. Прикольно. Походу босса не будет. Мне кажется, его засосало. Уже окончательно. Так сказать, он в дерьме. Ему уже никто не поможет. Вот тут собачка была. Да, господи. Давай, быстрее. Да как? Уходи, уходи домой, иди домой! Эта собака, она не убивается. Блин, какой бред, бедная собака. Мне ее жалко, конечно, но... Я бы не знаю, я бы ее взял с собой. Да, еще дальше. Я бы ее взял с собой, собачку эту. Мы сделали это. О, мы? Точки больше не мерцают, выход прямо перед тобой. Разве я ему не говорил, Мауру? Я же говорил, что вытащу. Он тебе говорил. Вы открыли новый уровень в аркадном режиме. В общем, вот такая вот серия, друзья. Да. Она менее чернушная, потому что здесь мы играли с вами за вояку, за морпеха. Морпехи, они серьезные, сами понимаете, да? Это у нас Тони во всю Лучану орал. А этот нет, этот более спокойный. В любом случае, надеюсь, вам понравилось. Продолжение ждет, будем смотреть, что там произойдет. Интересно, вернется ли Тони обратно в LA, либо мы будем играть теперь за морпеха, черт его подери. Надеюсь, вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Есть группа ВКонтакте и группа в Стиме. Также у нас есть канал на Твиче, второй канал на Ютубе, и я ВКонтакте. Все ссылки в описании под видео. Счастья, удачи, здоровья, не хворайте, не болейте. И всем пока. Если он так со мной, то можешь представить, что он может сделать с тобой. Ни хрена себе, ты кто вообще такой? I'm awesome.
Я Осман Берг, и у меня назначена встреча с твоим боссом. Ты Берг? Чего сразу не сказал? Проходите! О, очень смешно! Ха-ха, вы являетесь черт знает когда, мы тут должны сидеть и думать, что вообще происходит! Это же... ваш дом, да? Потому что мы тут уже типа как несколько часов ждем, это просто грубо!